Привет! Меня зовут Елена Белова, и вы на моем творческом канале. Хочу вам предложить связать вместе со мной вот такую яркую праздничную новогоднюю наволочку для декоративной подушечки. Наволочка у меня новогодняя, поэтому я для нее выбрала вот такие новогодние цвета. Красный, белый, зеленый. Лицевую сторону наволочки украшают вот такие помпончики. Беленькие. С обратной стороны наволочка состоит из таких же мотивов, только уже без помпонов. Вот так. Смотрится также очень красиво. Наволочка эффектная, яркая, но при этом вяжется очень просто и достаточно быстро. Я вязала эту наволочку на подушку размером 40 на 40. Наволочка у меня на пуговках, которые видны только с обратной стороны. Вот небольшие пуговки. Можно было бы вставить молнию, но мне не хотелось усложнять работу. Поэтому при желании вы, конечно, можете вставить молнию. Каждая сторона подушки состоит из 16 мотивов, 8 красных, 8 зеленых. А обвязку я сделала белой нитью. Мотив вяжется очень просто, очень быстро. В своем мастер-классе я покажу, как вяжется такой мотив, как соединяла все эти мотивы, как обвязывала и соединяла две стороны наволочки. Схемы на этот мотив у меня нет, потому что я его выдумала сама. Он очень простой, я бы сказала, примитивный. Но главное, что смотрится красиво, вяжется быстро, просто то, что нужно, чтобы создать яркое новогоднее изделие, и причем функциональное. Что нам для этого нужно? Ну, во-первых, пряжа. Я вязала из такой пряжи. Это пряжа Alize Cotton Gold. 100 грамм, 330 метров. 55 процентов хлопок, 45 процентов акрил. Номера цветов. Зеленый номер 126, белый номер 55, красный номер 56. Нам понадобится чуть больше одного мотка зеленого и красного. Совсем немножко я не вписалась в то, чтобы хватило по одному мотку. Вам может хватить, все зависит от плотности вязания. Поэтому лучше приготовить по два моточка этого цвета. Белый используется только для обвязки. Вам хватит одного мотка и даже останется. Вязала я крючком номер два. Лицевую сторону наволочки я украсила вот такими белыми помпончиками. Покупала их в наборе. Диаметр помпона 20 мм, количество 20 штук. Мне как раз хватило только для одной стороны. Вы можете использовать любые другие декоративные элементы, например, пуговицы, бусины, или вообще обойтись без этого. Небольшие пуговицы диаметром чуть больше 1 см. Я выбрала вот такие белые пуговицы, чтобы они сильно не были видны на обвязке. Я подбирала такие пуговицы, чтобы можно было бы их протиснуть между столбиками с накидом. Никаких петелек для пуговиц я не вывязывала. Для своей наволочки я использовала 7 штук. Понадобится белая швейная нить, чтобы пришить помпончики и пуговицы. И глаз с большим ушком, ножницы, ну и конечно ваше хорошее предновогоднее вязальное настроение. Если у вас готовы все материалы, приступаем к вязанию. Начинаем вязать с мотива. Каждый мотив у меня получился размером 10 на 10 сантиметров. Набираем 6 воздушных петелек. Замыкаем в круг соединительным столбиком. Набираем 3 воздушные петли, и эти петли заменят нам столбик с накидом. Нам нужно провязать в кольцо еще 15 столбиков с одним накидом. Провязываем не воздушные петельки, а пропускаем крючок в центр кольца. Вот так. И одновременно ввязывайте вот этот хвостик. Провязываем 15 столбиков с накидом вместе с воздушными петлями. Должно получиться. 16 Затем провязываем соединительный столбик в самую верхнюю петельку из трех воздушных петелек, которые заменили нам столбик с накидом. Следующий ряд мы будем провязывать рельефными изнаночными столбиками с накидом. Нам нужно провязать первый столбик. Он у нас будет находиться над воздушными петельками. Мы поворачиваем вязание на изнаночную сторону, вот так. И с изнаночной стороны я пропущу крючок, захватив вот эти петельки. И провяжу столбик без накида, вот так. Теперь я также провязываю 3 воздушные петли, Нужно провязать еще три рельефных изнаночных столбиков с накидом. Завожу крючок с изнаночной стороны вот так. Вытягиваю нить и провязываю столбик с накидом. Набираю 3 воздушные петли. Провязываю снова рельефные изнаночные столбики с накидом. Нам нужно провязать их 4. Ввожу крючок с изнаночной стороны, обхватываю предыдущий столбик и вывязываю столбик с одним накидом. Затем провязываем 3 воздушные петли. И со следующего столбика с накидом провязываем снова 4 рельефных столбика с одним накидом. Таким образом из круга мы формируем квадратик. 3 воздушные петли. Начиная со следующего столбика с накидом, провязываем рельефные изнаночные столбики с накидом. Должно получиться 4 рельефных столбика. Набираем 3 воздушные петли. И верхнюю петельку из трех воздушных петелек провязываем соединительный столбик. Все, мы закрыли этот ряд. И вот что получается на этом этапе. Каждый последующий ряд будет начинаться с трех воздушных петелек, которые будут заменять один столбик с накидом. В следующем ряду мы вяжем обычные столбики с накидом. Первый столбик мы провязали, это три воздушные петельки. Провязываем еще три столбика с накидом. В арку из трех воздушных петелек провязываем 2 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли. И в эту же арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Затем провязываем 4 столбика с накидом над рельефными изнаночными столбиками с накидом. Снова в арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и туда же 2 столбика с одним накидом. Затем провязываем 4 столбика с одним накидом над рельефными столбиками. Снова в арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом в арку туда же, 4 столбика с накидом над рельефными столбиками провязываем. Снова в арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Провязываем соединительный столбик третью воздушную петельку. Следующий ряд вяжется точно так же. 3 воздушные петли, заменяющий столбик, Затем провязываем столбики с одним накидом над предыдущими столбиками. В арку провязываем два столбика с одним накидом. Затем три воздушные петли и туда же два столбика с одним накидом. Затем столбики с одним накидом провязываем над столбиками предыдущего ряда. Затем снова в арку провязываем два столбика с одним накидом, три воздушные петли и туда же два столбика с одним накидом. Таким образом продолжать вязать этот ряд. Над каждым столбиком с одним накидом провязываем один столбик с одним накидом, а в арку из трех воздушных петелек провязываем два столбика с одним накидом, три воздушные петли и туда же два столбика с одним накидом. Заканчиваю этот ряд соединительным столбиком. С каждым рядом квадратик получается более выраженным. В следующем ряду мы будем вязать рельефные изнаночные столбики с накидом. Мы снова поворачиваем вязание на изнаночную сторону вот так. Захватываем крючком воздушные петельки, которые заменили столбик. И провяжу столбик без накида. Разворачиваем вязание снова на лицевую сторону. Набираем три воздушные петли и таким образом мы с вами провязали первый рельефный столбик с одним накидом. Затем провязываем над каждым столбиком с накидом рельефный изнаночный столбик с накидом. Завожу крючок с изнаночной стороны. Дошли до арки из трех воздушных петелек. В нее провязываем точно так же. Сначала два столбика с одним накидом. Затем три воздушные петли. И снова два столбика с одним накидом. Дальше над каждым столбиком с одним накидом провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И таким образом мы вяжем ряд до конца. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Следующий ряд у нас вяжется аналогично изнаночными рельефными столбиками с одним накидом. Разворачиваем вязание. Провяжем с изнаночной стороны столбик без накида. Вот так. И наберем 3 воздушные петельки. Они заменяют первый рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И продолжаем вязать изнаночные столбики. Над каждым предыдущим столбиком провязываем изнаночный, рельефный. Столбик с одним накидом. Провязываем так до арки. В арку провязываем все то же самое. Два столбика с одним накидом. Три воздушные петли. И туда же два столбика с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца рельефными изнаночными столбиками с одним накидом. Соединительный столбик я пока не делаю, потому что ниточку буду менять. Обрезаю зеленую, присоединяю белую и уже этой белой нитью буду делать обвязку для этого мотива. В третью воздушную петлю ввожу крючок, захватываю белую нить и вывязываю соединительный столбик. Сразу вот эти хвостики подтяну и белый и зеленый. Воздушная петля и туда же провязываю столбик без накида. Одновременно буду ввязывать вот эти хвостики. Этот ряд у нас будет состоять только из столбиков без накида. То есть над каждым столбиком с накидом провязываем столбик без накида. Ввязывая вот эти хвостики в полотно. Провязываем так до арки. А в арку из трех воздушных петелек провязываем 5 столбиков без накида. Затем также провязываем столбики без накида над каждым столбиком с накидом. Снова так вяжем до арки. А в арку провязываем 5 столбиков без накида. И так далее. Вяжем этот ряд только столбиками без накида, без воздушных петель. Провязали до конца. Можно замкнуть этот ряд соединительным столбиком, но я сделаю по-другому. Ниточку обрежу. Ниточку вытяну. И уже с помощью иголки закрою ряд. Вот здесь подтяну петельку, Первую цепочку над столбиком я пропускаю, ввожу крючок во вторую. Вот так под обе стеночки. Подтягиваю немножко и снова ввожу иглу в то место, откуда нить выходила. Вот. Но пропускаю не только через эту петельку, но и вот так захватывая. Столбик сзади. Таким образом у нас получилась косичка сверху. И нет никакой ступенечки. Теперь с изнаночной стороны ниточку нужно закрепить на узелок. И чтобы хвостик не болтался, сразу пропустить через полотно. Вот так. Хвостики можно подрезать, но очень коротко не обрезайте. Один мотив мы связали. Таким образом нам нужно связать 16 мотивов одного цвета и 16 мотивов другого цвета. Всего для наволочки нужно 32 мотива. По 16 для каждой стороны. Приготовим 16 мотивов. 8 одного цвета и 8 другого. Нам нужно разложить их в шахматном порядке. Все 16 у меня на столе не помещаются, но я думаю, принцип вам понятен. Соединять мотивы будем белой нитью. Можно соединять по два мотива, провязывать. С одной стороны ниточку обрезать, делать узелок и так далее. Но я сделаю немножко по-другому. Чтобы у меня было как можно меньше узелков, я это делаю так. Беру первые два мотива. Зеленый, красный. Изнаночными сторонами друг к дружке. Присоединяю белую нить. Вот здесь нужно внимательно. Нам нужно найти средний столбик без накида в этой арочке. Всего у нас провязано по 5 столбиков без накида. Вот как раз третий столбик нам нужно найти. И с этой стороны, и с другой. Чтобы квадратики соединялись ровненько. Но будем провязывать, пропуская крючок не под обе стеночки петелек, а только за одну. На этом мотиве получается задняя, на красном мотиве передняя, которая ближе к нам. Вот так. Главное смотрите, чтобы это был средний столбик без накида. Провязываем воздушную петлю. И сразу буду ввязывать вот этот хвостик в полотно. Затем туда же провязываем столбик без накида. Подтягиваем. И вяжем так до конца стороны. Столбиками без накида. Захватывая на переднем мотиве заднюю половинку петельки, на красном мотиве переднюю, которая ближе к нам. Вяжем столбики без накида. Провязывая, поглядывайте на другую сторону, чтобы захватывать все столбики по порядку, не пропуская. довязываем до среднего столбика без накида, который мы провязали в арочку, то есть до третьего столбика. Как вы видите, я даже столбики не считаю, потому что здесь нет в этом надобности. Вот мы соединили первые два мотива, которые у нас располагаются вот так. Нить я не обрываю, а беру следующие два мотива, складываю также изнаночными сторонами друг к дружке. Вот. Нахожу средний столбик в И точно так же пропускаю крючок только за полупетельку одного мотива и другого. Сразу же, не прерывая вязание, провязываю столбики без накида. Вот здесь поплотнее провязывайте. Если вам удобнее соединять мотивы по отдельности и потом прятать узелки, то можете, конечно, делать и так. Провязываю точно так же, пропуская крючок за заднюю половинку петельки красного мотива и за переднюю, которая к нам ближе, зеленого мотива. Вяжу так до среднего столбика без накида в арочке. Затем я также провязываю следующие два мотива, не обрывая нить. Затем эти. Первые парочки я соединила, ниточку обрезала и закрепила на узелок. Теперь вот эту парочку я соединяю точно так же. Главное смотрите, чтобы шахматный порядок не был нарушен. Эти парочки я также соединила. Вот. Ну а теперь таким же образом провязываем центральный соединительный ряд. Главное, смотрите, чтобы ваши квадратики, мотивы не скрутились, не перевернулись. Это лучше делать все-таки на столе, не на весу. Вот в этих местах соединения провязывайте столбики потуже. Готово. Ну а теперь разворачиваем квадратики и таким же образом будем соединять с этой стороны. Здесь попроще, квадратики уже никуда не убегут, но все равно это лучше сделать на столе. Точно так же присоединяем к третьему центральному столбику без накида варочки с одной стороны и с другой. Но захватываем только полупетельки. провязываем первый столбик и таким же образом вяжем дальше столбики без накида сразу ввязывайте хвостики в полотно вот на этом месте остановлюсь поподробней довязала я до среднего столбика без накида варочки до третьего да? вот у меня два провязаны осталось провязать третий так как мы уже ввязывали столбик без накида, когда мы соединяли квадратики по другой стороне, но и при провязывании по этой стороне я также буду вывязывать столбик без накида за полупетельки этого третьего столбика. Вот так. Затем также провязываю третьи столбики в арочках в следующих мотивов. Вот так. Провяжу немножко и покажу, что получается. Вот так. Следующий этап. Нам нужно обвязать по периметру сторону наволочки. Обвязывать я буду также белой нитью. Присоединяем ниточку в любом месте, где вам нравится. Обвязка будет состоять из двух рядов, и первый ряд мы будем обвязывать столбиками с одним накидом. Первый столбик мы заменяем тремя воздушными петлями. А дальше вяжем, как обычно, столбики с одним накидом. Пропуская крючок под обе половинки петельки. и сразу же ввязывайте все хвостики. Доходим до места соединения квадратиков. Чтобы не было дырочек, здесь я провязываю так. Вот он третий средний столбик без накида в арке. Когда соединяли квадратики, мы здесь провязывали только за половинку петельки. Да? Сейчас же я буду провязывать в этот же столбик, но захвачу обе половинки петельки. Вот так. Чтобы не было дырочки. И провязываю столбик с накидом. А вот здесь вместе соединения квадратиков столбик с одним накидом я провязываю так. Накид. Пропускаю крючок под петельку последнего столбика вот так пропуская насквозь Захватываю рабочую нить и вывязываю столбик с одним накидом. Затем следующий столбик с накидом опять. Захватываю обе половинки петельки третьего столбика среднего из арки. И провязываю столбик с одним накидом. Получается вот так. Вяжем таким образом до уголка стороны наволочки. Довязала я до уголка, теперь провяжем 2 столбика с одним накидом. Вот так. А в средний столбик, третий в этой арке, провяжем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом туда же. Вот так. Затем снова вяжем только столбики с одним накидом до следующего уголка. Давайте я еще раз провяжу с вами уголок. Провяжем два столбика с одним накидом. Затем в средний столбик провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и туда же провязываем столбик с одним накидом уголок сделали а затем до следующего уголка вяжем столбики с одним накидом и не забывайте ввязывать в полотно все вот эти хвостики чтобы потом их не прятать в полотно отдельно и не тратить на это время Дошла я до начала вязания. В третью воздушную петельку делаю соединительный столбик. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Провязываем изнаночный столбик без накида. Захватывая с изнаночной стороны вот эти воздушные петельки. Снова разворачиваем вязание на лицевую сторону. Набираем 3 воздушные петли. И это первый рельефный изнаночный столбик с накидом. Этот ряд мы вяжем рельефными изнаночными столбиками с одним накидом. В каждый столбик с одним накидом провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Здесь все просто. Итак, вяжем до уголка. довязали до уголка и в арку из трех воздушных петель провязываем сначала два столбика с одним накидом, три воздушные петли и туда же два столбика с одним накидом. Вот так провязывается каждый уголок, а над каждым столбиком с одним накидом Провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Довязали ряд до конца. Можно закончить соединительным столбиком, но я закрою с помощью иглы. Все. Одна сторона наволочки готова. Точно так же соединяем квадратики и для второй. И к одной из сторон наволочки я пришью. Вот такие помпончики. Прямо в серединку квадратика. Вот так. Пришивать буду обычными белыми нитками с изнаночной стороны. И вот что в результате получается. Вот такая новогодняя красота. Можно оформить наволочку не такими помпончиками, в серединке пришить пуговку, бусинку или вообще ничего не пришивать. Даже так наволочка смотрится очень красиво, ярко и по-новогоднему. Обе стороны наволочки мы связали, теперь нужно их соединить. Складываем их изнаночными сторонами друг к дружке. Причем смотрите, чтобы цвета близ лежащих квадратиков не совпадали. Можно просто сшить белой нитью две стороны или обвязать с помощью крючка. Начну я соединять две стороны с уголка, но не прям с самого угла. С первого столбика с накидом в арке. Ввожу крючок в него. Затем ввожу крючок столбик из арки нижней стороны наволочки. Набираем воздушную, воздушную петлю и провязываем столбик без накида. Наволочку я буду обвязывать простыми столбиками без накида. И сразу буду ввязывать хвостик в полотно. Затем вяжу следующий столбик без накида. Вот так. А в арку из трех воздушных петелек провязываю 5 столбиков без накида. Затем снова совмещаю два столбика верхней и нижней стороны. Вот так провязываю через них столбик без накида. Смотрите, чтобы у вас соединительный ряд и столбик над ним совпадал со столбиком соединительного ряда на другой стороне. Вяжем так по периметру, соединяем две детали, провязывая столбики без накида так по кругу, но не до самого конца. Довяжем до этого уголка, провяжем точно так же два столбика без накида в каждый из столбиков с одним накидом в арку из трех воздушных петелек 5 столбиков без накида, затем еще 2 столбика без накида. Обвязываю последний уголок. В арочку провязываю 5 столбиков без накида. Еще два столбика без накида. И дальше мы разделяем вязание. То есть будем провязывать столбики без накида только по одной стороне. Вторую пока оставляем. довязала до самого первого столбика, там где мы присоединяли нить. Затем делаю так, немножко петельку вытягиваю, поворачиваю полотно, ввожу крючок с изнаночной стороны первого столбика, захватываю петельку, вытягиваю. И продолжаю вязать столбики без накида по другой стороне наволочки. Никакого перехода не видно. Довязываем так до конца этой стороны. Провязываю последний столбик. Ниточку обрезаю. Вытягиваю. Затем с помощью иголки замкну край. Выведу с изнаночной стороны полотна. Я пропущу иглу через столбики, вот так, в сторонку. И уже здесь сделаю узелок. Пуговицы я пришила с изнаночной стороны. Пришила 7 штук, но сколько их пришивать, уже решайте сами. Пуговки пришивала небольшие, для того, чтобы их протиснуть между столбиками. Вот так. Примеряем наволочку на подушку. Подушка у меня 40 на 40 и наволочка идеально подошла для этого размера. Вот и все, наша новогодняя, праздничная и яркая Наволочка готова. Если вам понравился мой мастер-класс, не забудьте поддержать его пальчиком вверх, мне будет очень приятно. А также отмечайте меня на своих фотографиях и не забывайте указывать автора этого мастер-класса. На этом я с вами буду прощаться, но увидимся совсем скоро. До свидания!